Можем попивать. Тоже достаточно весело. Ну, а теперь, когда пирожок получили, лодочку теперь разучим. Лодочка вот так делает. Лодочка. Ладошками друг к другу. Форточка называется так. Форточка? Да, форточка. Пушкаревская форточка. Да, ручку не меняем. Так, себе не обратно. А еще одно движение, знаю, локоточки. По кругу аккуратненько, локоточки. Так, локоточки делаем. Разбойник почему-то не реагирует на локоточки. У него снаряд уже. А теперь ладушки.